Ребята, всем большой привет! Добрался до студии Rocket Records в городе Казань. И сегодня мы разберем песню «ЛСП Тело». Кстати, разбор на эту самую песню на фортепиано найдете на канале Никиты SXB. На его канале также найдете кавер на новинки и хиты, которые также сможете разучить. И самое главное, к каждому каверу прилагаются ноты. Ссылочка в описании. Поехали! Ребят, сначала рассмотрим аккорды данной песни. Тональность песни до диез минор. Четвертый лад, нижняя посадка, но я этот аккорд также беру на девятом ладу и советую его брать так, потому что мы можем спускаться, как в песне «Батарейка». Дальше идет аккорд Си, то есть Б или H на седьмом ладу. Той же формой спускаемся до аккорда А на пятом ладу. И рядом есть аккорд Соль, диез, мажор, G-решетка. Вот такие аккорды нужны в куплете нам. Перебор такой вот. Шестая, пятая, четвертая. Шестая, пятая, четвертая, пятая, вторая, пятая, четвертая, пятая. Под шестой имеем в виду бас. Можете, если что, внизу играть. Шестая, пятая, четвертая, пятая, вторая, пятая, четвертая, пятая. Аккорд Б. Шестая, пятая, четвертая, пятая, вторая, пятая, четвертая, пятая. В конце куплета уже простую проводку делаем, где у нас начнется припев. Все, если это получается играть, как в песне «Батарейка» или в начале песни выпускного басты, то уже можно попробовать спеть. Сразу говорю, что будет высоковато тем, кто не поет высоко. Но можно будет это все на октаву ниже спеть. Сначала покажу, как в оригинале поется немножечко, а потом на октаву ниже. Поехали. Я бы хотел путешествовать много, с природой сливаясь, лежать на песке. Или прийти уже все-таки к Богу, не стесняясь дырки в носке. Хочу днями глядеть на капризное солнце, на небесную синь облаков кудрявый парад. И улыбаться, когда засмеется нерожденный мой сын, будто я ему рад. То есть, если будет высоко, я думаю, многим будет высоко, на октаву ниже все это делаем и поем. Я бы хотел путешествовать много, с природой сливаясь, лежать на песке. Или прийти на капризное солнце, на небесную синь облаков кудрявый парад. И улыбаться, когда засмеется нерожденный мой сын, будто я ему рад. Ну а далее следует уже припев. Аккорды практически такие же, только намного их меньше. Аккорд до диез минор. Аккорд соль диез минор. Над ним находится. Следующий аккорд ля. И аккорд соль диез минор обратно. Бой здесь такой вот. Берем аккорд до диез минор, чисто на одном аккорде посмотрим данный бой полностью. Вниз, вниз, вверх. Расслабили пальцы, не убираем, просто расслабляем, чтобы коротко прозвучало. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть уже второй удар вверх приходится на аккорде соль диез минор. Вниз, вниз. Еще раз медленно. Вниз, вниз, вверх. Следующий вверх уже на аккорде соль диез минор. Вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Вторая часть на блокированном конце. Вниз, вниз, вверх, вверх,
Сначала по звучащим вниз, вверх, потом на блокированных. То есть... Еще раз. Еще раз медленно, специально, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. В темпе. Какой уж тут темп. Медленно играется. Да, между этими ударами я неловко говорю, невольно иногда вниз-вверх переигрываю, то есть добавляю еще удар вниз или вверх. Это уже легко должно быть, не обязательно чисто шаблон соблюдать. То есть шаблон нужно соблюдать, но можно импровизировать, как рука пойдет. Посмотрим мелодию, которая поется в припеве, в голосе, в нотах, чтобы вы могли потренироваться. Ну я просто тело, что тупо болит. Ноты соль дес, си, соль дес, ля, соль дес, фа дес. Ну я просто тело, что тупо болит. Просто начинаем с ноты си сразу же. То есть... Нелепое тело, что тупо болит. Дальше. Те же самые ноты, то есть. Мне бы стать сигаретой и развеяться пеплом по ветру, или просто лучиком света и сиять. Но, блять, не верится в это, не верится. Сразу не попал. А ноты. То есть си, 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 соль дес, до дес, соль дес, соль дес, си, 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 соль дес, до дес. Мне бы стать сигаретой и развеяться пеплом по ветру, или просто лучиком света. То есть после си потом на ля спускаемся. Но, блять, нужно этот... Да неопределенную ноту спуститься, просто выговорить. На ноте ре диез уже договариваем фразу «Не верится в это». За вторым разом нужно чуть выше спеть. То есть ноты до диез, фа диез, на втором ладу первой струны снова до диез и си. Но я просто тело, что тупо болит. За вторым разом то же самое, только заканчиваем по-другому. То есть до-дис, до-дис, фа-дис, до-дис, 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 ми, ми, ре-дис. Но я просто тело, что тупо болит. Но я просто тело, что тупо болит. Опять потом спускаемся ниже. И допеваем уже припев. Играем то же самое. Те же ноты, то есть. Мне бы ракетой. Ноты си, соль диез, до, соль диез. Мне бы ракетой улететь на другую планету или болеть. Дальше прыгаем с ноты соль диез на ре диез. Или болеть перестало б на это нелепое тело, что тупо болит. До ноты ми уже доходим с редис. Потом опять соль дес. То есть прыгаем эти три ноты. П,
После фа здесь уже практически конец на ноте ре диез играем. И до диез. Тело, что тупо болит. Ребята, на этом наш разбор подошел к концу. Надеюсь, у вас получилось разучить данную великолепную песню. Согласен, сложновато песня в плане вокальном, потому что высоковато петь. Но, если есть огромное желание научиться петь, в описании под видео найдите мой самоучитель по пению, который называется «Учимся петь легко». Совсем недавно с преподавателем Оксаной Шигаповой создали этот курс, пройдя который вы уже наконец-то начнете петь ваши любимые песни. Ну а я вам желаю удачи, успехов, занимайтесь, самое главное, не забывайте подписываться на хижину и нажимать на колокольчик, чтобы первыми получать разборы всех топовых песен и новинок. До скорых встреч, пока!